Всем привет, дорогие друзья, с вами Хамстер Дед, Алекс Вейкер, Дайлай, и мы продолжаем проходить, это у нас вторая серия. Да, всем привет, ребята, продолжаем проходить упора, то есть эту сраную. Ну да. Я больше слов не могу придумать, все, у меня голова пустая, я могу только эти ломать. Зомби. Стекло. Хрена себе, вот эта тема жесткая. Ваншотит. По крайней мере сейчас. Что у нас на повестке дня? Свяжитесь с Вигеем. О, слышишь, смотри, здоровичок. Хрена боровичок. Себе, тут взрывал. Тут пакетики валяются. Да, я такой. Кокаиновые пакетики. Так, ты что, чудо? О! Отстань от меня, падла. Ну еще здесь толстячок, Лех. Да они задолбали Пиноккио, блин. Так, это, посмотри по заданиям, что там есть хорошего. По второстепенночкам. Мы ж их брали. Угу. Стрелок и День матери. Давай. Нет, стрелка давай. Найти пистолет. А где нам его найти, блядь? Для Давуда. А, ёптать. Нет, давай тогда День матери. Хрена себе, у меня игра фризанула. Ты, наверное, задание поменял, у меня игра фризанула. Круто. Ну, заебись. Ты что? Ты будешь умирать, нет? Какой умирать? Да тут одна. Воу-воу-воу-воу, опаснее. Полегче. Полегче, опаснее. Чё, заебашим громил? О, статуэтка, слышишь? Фигурка зомби. Я его сейчас ультрафиолетом. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Давай, быстрее, помогай мне. Да, блять, я лутаюсь. Не вовремя ты его начал ебашить. Пу-пу, пу-пу. Блять, ты аж здесь. Меня ж меня задевает, блять. Погоди, где он? Жив еще? Да он жив еще. Пу-пу, пу-пу, пу-пу. Давай, сзади, сзади, сзади. Пу-пу-пу-пу. Погоди, Лех. Оу, один хп. Давай. Стой там! Стой там! Что типа, крутые не смотрят на взрывы? Пощечилу ему! Там бешеная пришла. Воу! Еще один! Ух ты ж, ёб твою мать! Ебать, Лёх, посмотришь у меня потом. Да-да-да. Пиздец. Красава мне громила, надо... блядь. Мне надо строить свою эту хрень. Крафтить. А ты кто, чувак? Опасный. Опасный пришел. Ушел. Лёх, тут какой-то чувак. Отъехал. Да блять! О, насилуют! Ах ты сука! Я его сейчас вот так. Пиу! Пиу! Уиу! 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 Все, и вот так сверху. Пуа! Посраки его. Уу! Хрена себе ты прилетел, опасный. По затылку. И обобрать обязательно. Да он не хочет умирать, козел. Все, я обиделся.
Во, ты видел? Вот это вообще просто. Ебать! Чё ты встал, Что он подорвался? Энергия либо укротилась? Какого хуя этот энерджайзер встал, блядь? У него в жопе батарейка Duracell. Бля, ебать, очканул нахуй. Только падал вроде, оп, уже стоит, господи, чё за... Трошак. Держите, чтобы создать состязание. Не хочу я состязания, отвалить от меня. Вообще их выключу. Мы вообще развлекаемся, а не... Я молот заберу и разберу его. Булыжник получу. И скрафчу печку. В Майнкрафте. Сука. Так, подожди. Я на бочке. Не-не-не, сейчас, я что-то... А, да тут дохуя пакетов валяется, я не... А, ну вот, я хотел почитать записку. Да. Записка 1. Ее! Все, читайте на паузе. Я передумал. Она очень большая. Все, я вам показал. Давай, еще мельком прям, открыл-закрыл, блядь. Кстати, я что хотел, тут чувак, прикинь, он живой. Хотя знаешь, что я ее почитаю. Ты пока там это, развлекайся. Банто, я все понимаю. Я помню, как ты говорил, что лекарство действует не всегда. Но когда мы начали бизнес пустышкой, оказывалось, где-то одна из пяти таблеток, а остальные действовали как понос. А, как надо. Потом пустышкой стала каждая третья таблетуха. Потом уже половина не работала. Я не совсем понимаю, что значит эффект плаща, а плацебо. Но это явно не действует на большинство моих покупателей. Буду очень тебе благодарен, если ты сможешь усилить этот самый плацебо в своих таблетухах. Но круто, что ты теперь можешь производить антизин. А, собственно, отдельной... А, в собственной отдельной уборной. Толкание, короче, он антизин хреначит. Я уверен, что контроль за качеством станет лучше. Я рад, что мы вместе работаем. Мы сделаем хорошие деньги, а заодно и поможем людям. Людям приобрести собственное домашнее животное, черепаху. Которая из них выйдет. Да-да-да. Бля, меня тут что-то жестоко кромсает. Они какие-то опасные, а в итоге что-то не похоже. Где ты есть? Ну и что, и все? Моих двоих прёт. Издалека видишь? Нет, я со своего, я ударил бота. Ну. Из него выпал ботокс, да? Нет, ударил зомбака, короче, другой... Человек полез, ну, меня защищать, соответственно, драться с ним, и его током еще захреначило. Смотри, стой тут. Хочешь фокус? Ну. Фокус. Исчезновение полотна. Она больше не кричит. Молоток нужен. Вот теперь она точно больше не кричит. Да, я его разберу. Бля, что тут дохуя живых, блядь. И продам я гвозди это Виталику, ну который, знаешь. Виталя охранник? Нет. Виталия, который это масло меняет бесплатно. А. Так, отличненько. Чё ты там нашел хорошего? Да ничего хорошего. А как мне сюда попасть? Во, нормально. Ууу, ни хрена себе химикаты. Пахлава или похвала. Похвала, блять. Пахлаве. Блять, я уж давно что-то апнул, блять. А чё апнул, хуй. Воу-воу-воу, ёпты! Ей плохо. Может, еще бежит. Погоди секунду. Поместить до трех. Удар ногой. Удар с колена. Кто кричит там? А, у меня уровень силы, ни хрена себе. А что я могу делать? Поразите метательным ножом сразу три цели. Воу! Обосраться прям.
Бля, закрой дверь. А что они горят? А, я их подпалил. Видишь, вечный огонь. По сути, чё? Иди бля. Туда. Иди туда. Иди туда. Ну, короче, все, да? Бля, хилок нету. Хрен, Ася, она меня ударила. А! Убила. Образ... Убила. Она прям хардкорная. Лежала, знаешь, притворялась, сказав, что ее все это, ток утюхал. Скотина. Больше я не верю таким. Буду пинать, пока это она там, не знаю. Пока голова не отвалится. Пока она в текстуру не провалится. Да уж. Ты мертвый? Да. А, ты возродился уже, нет? Да, да. Нет, просто я бы тебя поднял бы. А, да ладно уже. Какая разница? Блять, откуда вы взялись? Вы ж, блять, не бегали, блять. Пошли это, заданку выполним. Дом газика найдем. Достанем он противогазик. Газик, противогазик. Нормальная кликуха. Ух ты ж, ёб твою ж мышь. Я тут, понимаю, вскрываю, а они, сука, лезут. Давай по стелсу, по порожкам. Я лавашом перекусил. Вы меня не видите. Я облачко. Они меня не видят. Я маленькая черепашка. Вам все кажется. Так, подожди, а нам куда надо? Что-то я не догоняю. В дом Газика. Они окружают меня! О, кусают, падлы. Пошла вон. Видите, больше всех зомби. Ну и что? Я ей голову проломил. Там уже мозги выползают. Она каких жива нету? Еще. А? Которых нету. Нет, там есть, ну там так. Мужичок остался, может. Блять. Надо чинить. Хоп, как новенькая. Ни крови, ничего. Хоба! Ты, блядь, потерялся аж. Да ёбаный ты дебил, блядь, ему не хватает пуки. Воу! Запрыгнуть. Тут это. Я закрываю ворота. Тут новое это. Локация. Я понял. Да что ж вы такие дерзкие? Отстань от меня. Фуфел. Отошел. Где еще? А, не там. А ты что? Да какого... Лешего. Блин, вообще нормально, я не могу это через забор ее ударить. Правильно, надо ломать. О, 19:30, кстати, время. Скоро потемнение. Потемнение будет. Потемнение? О. Хорошо, да? Нормально. Уровень выживаемости типа поднялся выше. Сразу. Красота. Так, все время. А, нас тут научитесь торговать. Я денежку. Конечно, денежку. Мы ж бизнесмены, правильно? Ну, ебаный в рот. Свое дело сейчас откроем. Свое ИП, да? Угу. Че, пошли через этот? А нам туда разве? Ну да, скорее всего, туда. Блин, ты уже на автобусе, они руками машут только. Капец у них, блин, отставание. Гореть. Вох! Как я зажег. Одним взмахом своего... Жезла. Да, своего. Да, жезла. Дальний будет жезла. Так, газик.
Я помню чудное мгновение, когда страдал я от души. Как же да, к нему попасть? Да вот он, его дом, блядь. Да, ты только попади к нему. Тук-тук, мазафакер. Давай сюда. Это что было такое? Я не понял. Я халву кушаю. Дурак. Давай, открывай там эту следующую. Какую следующую? Я его уже нашел. Как? А у меня вот, типа, найдите дом Гази. Так и вот, нажми. А, взлом, ёптать. Иди сюда. Я ему хату ломанул. Ты его нашел? Ну, блядь, это его дом. Я тебе базарю, что это его дом. Нет. Давай, иди сюда. Я просто хочу проверить одну теорию. Я лутаюсь, и ты лутайся. Ну он сейчас побежит и все испортит. Кто побежит? Ты. Я никуда не побегу, я вскрываю тут эти. А, ну значит вместе пойдем. Че тут? Туалет. В туалете ничего, пусто, даже воды нет. Холодильник ты не открыл. А тут кофе есть. О. А тут много чего не открыл на первом этаже. Разве, по-моему... А, ну я там не был. Точнее, я тут был, но не был. Был, но не был. Ну да. Была всего лишь сущность в виде гномиков. Даже бутылку нельзя сломать, черт. Давай, куда дальше? Подожди, вот я тебе сейчас скажу, куда, а ты откроешь. Иди сюда. Смотри, вот этот дом вскрой сейчас. Вот этот? Да. Ну, нельзя его вскрыть. Точно? Ну да. Через крышу может. Короче, баг не сработал этот. Походу там что-то багануло, и эта рожа вылезла из другого его этого дома. Тут мусорку можно облутать. Че, серьезно, не открывается? Нет. Да капец, что, что такое? Дом поросят. Ладно, давай. Здесь, наверное, остается. Куть-куть-куть-куть-куть. Ты где? О. Открывайся. Я из порно проката. The video store. No, my name's Crane. Crane? Какой Хусейн? Хуесос. And brain, and sun, and grain, and rain, and plane, and the other kind of plane, and... But can I come in? No, no, it's impossible, impossible. This is my special day with mom. It's Mother's Day. Он похож на Рататуя. Are you from the video store? Why do you keep asking me that? Точнее, на ту крысу безымянную, Рататуй, это вообще блюдо. My movie about me. It's called Charlie. And it's all about me. And how smart I am. Look, Гази, if I bring you your movie, will you let me come in? В смысле втроем? Тём, тебя не пригласил этот козел. Пида! Тебе надо наказать его будет. Накажу. Насрать в кофе ему. Ай, блять, фак. Ладно, сорян. Привычка. Что в аптеке говорят? Там и таблетки от глистов продают, может тебе тоже надо? И порнофильмы продают. В аптеке? Да. Нормально. Это ж аптека. Сейчас я мусорку облутаю, это ж так круто в наше время лутать мусорки. Чё ты делаешь? Стой! Что было, я сейчас ноги ударил, аж искрануло. Бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур. Это Harlem Shake. Just the Harlem Shake. Она завоняла аж, господи. Я не могу ее слутать, что ты там ее теребонькаешь? А вот здесь можно открыть. Оба! Фокус. И там пусто.
Нифига себе, я ее ударил, она аж молоток обронила. Походу, судорогой свело. Капец, они опасные какие-то. Ну как она встает? Она горит, и она встает. Умри, чудо. О, он меня обжег. Он потерялся. Ай. Дурак. Ладно, пошли. А то здесь он несгораемые духи, блин. Вот так сделать надо вам. Оу, ёпты! Ты нахуй так не делай больше, блядь. Ты меня спалил, блядь. Я думал, ты видел. Я услышал. Так, нам налево. Налево. Раз, два. Сука. Бля, что мне подсказывает? Что блин, я на колючку наступил. Я тоже, блядь. А сколько у тебя хп? 32. 325, блядь. Как 32 зуба. Это как 32, только 25. Стареешь. О, статуэтка зомби. Нормально, я тоже хочу. Я допрыгнул. Я ж паркуровщик. Где? Где она? Статуэтка где? А, вот тут около медведя лежит. Медведи? А. Подозрительный, Миша. Я тебя запомнил. Так, ладно, нам сюда. Тут зомби. Стой, 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 стой. Оу! Силу качнул. Ни хрена себе. Я по ней даже не попал, а искра достала. Сила, сила сильная. Бросайте во врагов говно. Больше урона. Вот это хорошо. Мне надо больше урона выдерживать. О, спрей от комаров. Отлично. Пошумим дважды. О, я слышу, обезьянка кричит. Обезьянка хочет звезды. Ну да. Так, я вскрывать. Укрепить свои позиции. Ну и как? Я ящик вскрываю. Хоп. Труба. Труба. Французский сидел. Гаечный ключ. Чё вы беситесь? Ну залазь сюда, чё ты орёшь? Она по стенке бежит. Я вижу тень. Я играю, мать его, в супер игру, а не в какие-то сплети, блин, хоррор игры, где тут по стенкам бегают какие-то. А не в халу. В халве даже такого нету. Сука! Пидор! Сейчас я починю. Вообще-то в халве они там по трубам лазят. Идите туда. Ох ты, козел! Ты что, особенный? Получи. Так, ладно, подожди, нам надо туда пробраться как-то. Блять! Во, я нашел путь. Что? Все, я скопытился. Сейчас я тебя подниму. Рубильник, ебани на воду и рубильник включи, блять, чтоб их током заебашило всех. Ты сначала кинь туда, блядь. Да они меня кусают, меня убивают. Я хилиться. Давай, включай свою тарахтелку, ты не туда ее кинул. Идите туда, блядь. Я вас туда запихаю, нахуй. Вон еще пришли родные, ты смотри. Я вижу мусор, блядь. Иди танцуй, сука! Да твою... Они меня заколебали. Ща, вот так сделаем. Мозгов нет, считай калека.
Слышь, иди сюда, Лё. Да нет, пусть не трать оружие, иди сюда. Ну ладно, мне нормально. Он сгорел зато. Давай, тухни. Ну, жареные батончики. Это круто. Там сзади еще один бомж идет. Ладно, я побег в эту. Я вскрыл, вскрыл замок. Точнее, не замок, а поднял тут какаху одну. Кофе тут валяется. Везде. Холодильничек. Ну и что? Коробку конфет надо было найти. Танцуй, где сука. Она? Во, я нашел эти конфетки. Вообще я кофе дохрена нашел. Да? Угу. Кофе прям вообще жопа. Прям 4 пакетика. Где? Вот, наверху, вот тут вот. Вот. А, ну да, есть такое. Ну тут их 4, да, 4. Окей. Так, а теперь что ему? Видеокассету найти надо. Да. Блять, по-моему, вот когда мы с тобой пытались на пиратке погамать, да, мусоров этих не было. Были? Да не было. Были? Да нет. Да лазили с палками они. Да не лазят они. Я их пинал еще. Воу. Воу. Кнопка. Срочно. Ёпты, чё, сука? Че? А как у них чья это называется? Это так, как что меня убивают, блядь. Я внутри. Хэнс, 3. Все, скопытился. Лав, 2. Все, я скопытился. Я к тебе иду. Сейчас я только телефон облутаю. Чувак, время. У меня неограниченное время. Летит Васька. Все, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Надо немножко трошечка устроить. Хильни меня, есть Васька чем? Идет. Он еще жив? Васька летит. А, пусти меня. Сейчас, Хильну, подожди, стой. Стой на месте, не двигайся. Стой, бляха-муха. Во. Благодарю. И сам хильнусь. Да что-то нет у меня хила как. О, ни хрена себе, он об дверь голову сломал. Так, ладно, вы там пока кувыркаетесь, девочки. Или что вы там делаете, хрен его знает. Тут нам, пусто. Нам вниз надо. Да. Ёпты! Летим? Да. Но я это почувствовал. Я выбежал, ударил, слышу. Ща выбегут дядьки, тетки. Оу. Ты это видел? Угу. Ты что машешься, дубинка? Выкинь, каку. Дубинки ломаются, подлюки. Давай заходи, Лёх. Сейчас я бегу. Я вот открыл тут. Пошел отсюда. Ля-л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 я. Последний ремонт. А, зашла скотина, ушла, отошла. Фу, фу сказал, падла. Фу, да сказал, фу. У меня шпалка сломалась, блин, ковырялка. Дура, что ли? А, все, я не могу ее чинить. Ну ладно, я ее разбираю тогда. Где она тут? Поломанная наша. Молоток гвоздодер. Молоток гвоздомет. Вот. Надо было как. Вот это зажигалочка. Ебать, ты кто такой, нахуй? Давай, до свидания, блядь. Ключевой поцелуй.
31-47, 26-53, 35-40. Три, четыре. Бля, радует то, что они не открывают, сука, двери. Ладно, вот это самый нормальный трубный ключ. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Где тут? Тяжелая арматура разобрать нахрен, простая труба нахрен. Вот так. Вот так. Вот так. Не понял, а чё у меня нет места в инвентаре? Чего нету места в инвентаре? Забрать, блядь. Тут где-то С какая-то должна быть. Где она? С это. Д. В. С. Чарли? Так. О, Чарли. Где Чарли? Gotcha. О, с первого раза нашел. Охренеть. Пошли. Ща, да, я аптечек намочу. Ну давай я тоже немножко мочкану. Инвентарь. Чертежи. Вот сразу 6 штук могу замутить. Алкоголя у меня до хрена. Еще по одну марлю я мог бы еще больше замутить. Взрыв пакет, блять, один. Ладно, все, этого пока что хватит. Сюйкин. Уходим через заднюю дверь, блять. Наваки. Так, секунду, прочность. Ваше тело станет крепче и выдержит больше урона. Да? Да. Выдержал? Выдержал. Они же звоняли. Ладно, я думал, она там зависла. Она, коза, прихитренная псина. Да. Ну все, нам газику. Порногразику, блядь. Порногразику? Да. Пошли. Порнографику. Поехали. Я чур за рулем. Ай, фак. Нормально. Постапокалипсис. Мы тут это балуемся. А, стой, ёбаный в рот. Мы ж через этот ходим. Я совсем забыл. Что-то тут вони до хрена. Мне это не особо нравится. Если мне не изменяет память, вот эту жопу можно будет взорвать потом. Да. А, фу-фу-фу, блин. Слушай, а здесь, по-моему, пройти можно было. Я помню, как-то я тут проходил. Пролазил? Ну, давай. Не, вот, я не помню, тут можно раньше, как, по-моему, было пройти. Без ну, если вот так, не... меня зомби зато может бить. Падла. Вот это самый сок вообще прям, блядь. Кстати, о, зомбак, иди сюда. Иди сюда, сука. Я ща. Не-не-не, да отойди, отойди, не трогай, не трогай, не трогай. Вася, иди сюда. Парень, пст, иди сюда. Дай, ты иди сюда, хули ты рыгаешь, иди сюда. Иди сюда. Ща, может быть, папа получится, знаешь, типа, багом подпрыгнуть с него, и типа, я пройду это, ну, насквозь. Дружок прокачал? Да, я и хотел вообще-то его сразу прокачать. А, стой, ну... А, нет. Лёх, иди сюда, залезь на машину. Так. Ай, блядь, чуть-чуть, вообще писечка. Какой чуть-чуть, там знаешь сколько? Там нет. Еще 3 метра было. Нам, блядь, не хватило вообще писечки. Так, подожди, ты уже прокачал эту жопу. Так, 4-й уровень нужен. В ловкости 4-й уровень ловкости для нее надо. Подожди, ловкость? А где этот прыжок? Знаток паркура нет. Сейчас скажу. А, скачок. Да, скачок. Все, я понял, хорошо. Ладно, пошли, надо как-то обходить это дерьмо все. Обходить нам. Ну да, придется бежать довольно. А, зачем? Вот тот, который нас пропустит. Не, это понятно, но... Но-но-но-но-но. Но-но-но-но-но. Да беги, дурак. Не знаю. Если б... Я знал, что тут зомби до хрена. Я... Оу! Укан горит у меня, твою мать. Только хилился ж. О, че? Дядька. Дядька Петя, привет. Оу, ты чё творишь? Дурак, что ли?
Ах ты, сука! Вставай, у тебя 7 хп, дебил, блядь. Лёг и лежит, бля, я думал, он меня убил. Нам сюда, к газику. Газик, газик, где ты был? Тук-тук, мазафака. Курлык-курлык, котопёс. Сука, дверь открывай, уёбище. Чучело. А вот сразу, бля, он не мог, да, через крышу влезть, уёбок? А, стой, у него ж тут волшебный этот, да? По-волшебному надо залазить. Да, но ты можешь запрыгнуть. Через меня. А ты тэпнешься. Хитрожопая скотина. Так. Нет, а я чё, я так залезу. Я ж на паркуре начал. Сейчас я всё сделаю по фэншую. Не, а то люди не поймут. Ты там с ним только не вякай. Я не вякаю, я вскрываю пока замки для нас. О, здесь как раз кортик. Титан. А, тут так можно. Охренеть. Чё? Ну тогда другое дело. А я этот. Я ж мастер паркура, мать его, был. В прошлой жизни. Я прям долетал до туда. А тут, оказывается, просто труба есть. Подставили меня. А, хотя нет. Вот она, это место! Поднимайте меня, я на дне. Чуть не захлебнулся. Так, я сена, это ловкость увеличила. Так, отлично. Знаток паркура. А я ж в одиночке так страдал. Я вот тут вот и допрыгивал просто. Во, оба, и все. Не нужны никакие трубки. А вот тут бы наоборот лучше в трубу сунули. Так, чувак, ты можешь сюда залезть? Дурак, что ли, дядька? Опять! Поднимай меня. Я задолбался, господи. Ну какой ты глумной пес. Он просто сквозь текстуру проваливается, дубень. Кстати, я, может, неправильно делаю. Там, наверное, надо за что-нибудь другое цепляться. Кто вообще до туда долазишь? Да видишь, я тут супергерой нахрен. Не-не-не, ты мне скажи, как ты залазишь туда. По камням и вот так прыгаешь, и все. На трубу? Я не хочу этого больше видеть. Это нереально. Я умираю, Тём, 20 секунд осталось. А я тоже умираю. Нет, ты не умираешь еще. А я уже все. Держись. Одно хп, блядь. У меня ноль. Во. Ты меня поднимай, если что. Да в смысле поднимай? Ты меня закинь для начала наверх, чтоб я тебя поднимал. Бешеная! Да что ты орешь, блядь, так? Жизни нету. Капец, она вылезла, не пойми откуда. Как тут не орать? Скример такой наружу, блин, прыгает. Ебай, у него танцы, блядь. А, тут еще по хитрожопому, типа, надо сюда. Да как ты? Заебла, блядь. Бессмертная тварь. Тут по трубе, короче, можно было перелезть. Прям до конца? Да. Прям таки до конца. И чё, ты прошел? Я лезу, я крадусь. Затаившийся тигр. Дом сраный. Этот его дом? Ай. Ты что стоишь? Ты чё дерешься? Да там нереально запрыгнуть. Ты чё, ты дерёшься? Там нереально. И ты вот... Если... Там, где прыгал ты и я сейчас прыгнул, там нереально, так что давай, поднимай меня. Блин, ну вот он, люк открытый.
Ну а что сделаешь? Я тоже уже его видел. Открытым. Может, тут можно как-то попроще все это сделать? А как никак? Только по камням сраным. Да это тупо, это, сука, самое тупое из тупого. Тупой и уже мертв. О, зато я ловкость прокачал. Еще левел остался. Тут, оказывается, была сраная труба, а я допрыгивал до того момента. Ехать я потел, но я допрыгивал. Это было давно, конечно, но это было круто. Я по хардкору. Блин, жизнь уходит прям. Задолбался. Так, ну и что, Гази, где ты есть? Можно было и не хилиться. Тут у него халвы дохрена. Заебись! Я залез по-другому, блять, по-своему. Что? Это твоя мамка? Да. Она такая мимимишная. Ты б ей вдул? Если только пальцем в глаз. Is mama happy? Mama's real happy. Gazi got her chocolates and a movie. And I'm gonna take some medicine to help my friend. Well, okay. Oh, mama stopped getting seizures when her head turned into a pumpkin. There on the table. Yeah, thanks, Gazi. Gazi make everybody happy. Да, она видно, как ты приносишь счастье. Там знаешь, сколько он счастливых, это, несчастливых на улице, точнее, бродит. Что там творишь? Порношку разглядываешь? Эвил Маджакер. Конан Варвар и гигантская щупальца? Да, и тентакля. Вот они, лекарства, кстати, я забрал. Все, пошли. Забрал? Пошли, дверь, блядь, отсюда, да? Вон, нахуй. Да, дверь открыть нельзя. Подозрительно чёт. Так, что нам, отнести лекарство Ленке? А ты чё, живой, что? Ты чё, ёбаный? Он ещё живой. А как ты залез туда? Куда? По своему способу, ты говоришь. А, пойдем покажу. Но ты... он... Такой, да вот он я, вот он, внизу. А. Не, надо же все эти способы узрить. Но он такой, тоже, но он легче, но... Но так себе. Ну, надо посмотреть все, как тут залазить. Мы сейчас найдем 1000 способов, как залезть на одну эту... На один дом. Короче, залазишь сюда. Если сможешь уцепиться, цепляемся, залазим наверх, залез. Да, вот он, я ползу. И... Иди сюда. Вот бы я хотел так в реальности бегать. Тут падаем вниз. Но можешь спуститься аккуратно, там он специально для этого есть. И все. А теперь идем до дома. Дом вот он, и просто. Пиздык, одно хп. И мы хилимся. 5 хп. Нормально. Не, ну подожди, попасть попали. Какая нахуй разница? Да, я ключ забыл забрать. А, это труба. Трубка мира, раскурим пополам. Ну да, неплохо так-то. Не, ну то, что хп снимается много, но... Да это все равно, что одна аптечка и нормально. Халвы вон пожрал у него и... И нормально. И жив-здоров, орел. Горох. А чё, это у нас тут такое? Смотри, тут какой-то склад. Ты о чем? О, я полицейскую тачку ломану. Я ломаю эту. Ой, я нашел, кстати. Оп,
блядь. Ну и что тут? Нормально, я вскрыл замок, блядь, а он этот сломался. Я вскрыл замок, а там оружейные патроны. Что это было за при... Господи, ты меня так не пугай больше. В смысле, в плане да чего? Ты сквозь меня пролетел, ну, как этот, как дух нахрен. Что тут хорошего есть? Ну-ка. Да. Ну, жмурики только я вижу, расчлененные. У меня аж насморк пропали. Пропали. Все, у меня мой. Пошли, отнесем за эти лекарства, короче, да и. И будем хватит, заканчивать, то мы уже 45 минут драконим. Ни хрен носи. Да не, с другой стороны, нормально. Че, эту машину можно взломануть? Да, можно. И че там? Опа! Пусто. Круто. Блять. Тут войти можно в дом. Ват? Слышь, иди ко мне. Смотри, тут прикольная тема какая. Только ты в окно зайди. Ща, погодь. А, у меня ножичек накрылся, ну ладно. Тут чертеж, стоматолог. Где? Где я? Бегу. А, ни хрена себе, я этих бараков не видел. Пройди подальше туда. Сейчас там бешеный, бешеный. No! Хрена себе ты его пинаешь. Но он умер уже. Сука, мало ли встанет, блядь. Ну да. Что же говоришь? Да. А, вижу. Так, значит, это у нас... Где ты потерялся, нахрен? А, вот он. Уже спишь. А то его потерял нахрен из виду. Смотри, тут какая тема есть. Вот сюда вот, а лезешь. Тут открываешь ящичек. Я вот что-то, кстати, не увидел. А потом можно вот сюда вот поплыть. И куда? Только зачем это? А, это, наверное, сюжетное. Это, наверное, что-то сюжетное. Ты уверен? Ну, скорее всего, да. А где дыхание показано? Ну, как начнет в глазах мутнеть, так и... Нет, слушай, а может тут реально что есть? Погоди, там ничего нету. Там, наверное, какой-то рубильник можно будет дернуть. Ты дернул что-то? А чё, что-то произошло? Ну, что-то загорелось вроде как. Не, тебе кажется. А еще раз дерни. Да не дергал я ничего. Мне кажется, тут что-то загорелось. Не, нормально. Да, неважно, все, пошли. К Ленке, короче, отдадим ей то, что ей там надо. Пилюльки те-то. Эспумизан. Хоп, $8. Уже что-то. Хоп, пусто, блядь. Так, вот она, это место долбанное. В плане чего? Ну, мы обошли эту хрень. А. Стенку. А если я на стол залезу, это мне поможет? Куда я только улезу? Ля-ля-ля. Оп-оп-оп-оп-оп. Да нет, туда нельзя попасть. Ладно, пошли обходить тогда, чё уж. Ой, отстань от меня, гадость. Приставучая писюкандра. Писю-писюкандра, писю-писюкандра. Капец, я уже устал. Давай, родненький, топи. Я в тебя верю. По маслицу погоняем. Ух!
слава шаманам. За Орду, блять. Ты видишь эту хрень? Да вот. Вижу. Она меня хотела укусить. Больше не хочет. Нечем, да? Лежи. Не вставай. Не вставай, да. Отошел, ёпта. Блин, хард. Давай, 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 я если что. Опять патроны на ружье. А если бы хоть что-нибудь было бы, блядь. Вау, вау. Она за тобой погналась, окусила меня. Да гянь. Что, поможем дядечке? Уже. Что он сказал, сэнк или побежал дурак дальше бить? А он дракается. О, slow motion. Ух, на две части покромсал это. Неплохо. Воу. У меня что-то выносливость совсем плохая. Эти не на фул прокачанном играть. Ну да. Опа, по макушечке. Она жива еще. Заебало, блядь, сдохни. Он собирается нам что-то давать? Че он упал? Кто упал, он стоит. Этот дурак упал. Он споткнулся, походу, об трупы. Так. Так, кленки, кленки. Где же ты, Ленка? Ой, блядь. Смысл залазили. Бля, Лёха, твою мышь! Бля, я ее только... Я вообще за стеночкой спрятался. Я ее подобрать хотел. Подобрал бы, кинул в воздух. Салют бы был. Чё, нормально. Иди сюда, блин. Я тут вскрываю, сложно все. Она меня бегут. Она перебила мою атаку. Гнида. Лежать. Что там взрываешь? Отбегался, блядь. Свободен. О. Видел? Вот это я понимаю ваншот. Как? Пнюль. Тут можно войти. Нельзя. Можно. Сейчас, пока. Там говорится, что нельзя. Просто не пускает. Как, пускает? У меня нет. Вот. Да ладно, пошли, ленки несем, блин. Тут какое-то здание. С ленточкой. Да не-не-не, пошли к Ленке. Ленка. За тобой дядька бежит. Да куда? Я их и так двоих уже слил. Куда им нам бегать? Еще смертники, что ли? Ну да, они такие опасненькие, опасненькие. Все лезут у меня. Гопники, гопники. Здешние. Тр-та-та, тр-та-та. Ленка где? Господи, труба. Он споткнулся. Ну вставай, вставай, родной. Ну чё ты? Эх, неинтересный ты какой-то. Бьюмч! Воу, 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 воу.
Вот это красиво было. Короче, тэпайся сейчас ко мне и все. Да я бегу, я уже вот он. Блин, баги. Лаги. Лаги, точнее. Сейф-зона. Так, а ночка, наверное, была уже, да? Не было еще. А, ну этот козел может это дать нам. Всякую фигню. Ничего не может дать мне. У меня все он дал. Жди теперь. Жду. Теперь я хочу сходить. О, слышишь? Супер кровопускатель. Ограниченное предложение. Офигеть. Чё купить-то? Бита, нож, изящный короткий нож. Да, вот. Не. Скачок. Качнул я скачка. И я хотел предмет разобрать. Мне помешал. Не было такого. Нехороший тебе человек. Артемий. Так, где это? Упоротая. Блин, он сейчас даже, блин, 5 минут это пройдет, она уже там. В соплях все плавает. Да? Где-то есть, вот она. Ты где? I've got your anti-seizure medicine. Thanks. How things go with Gazi? He may be challenged, but he's на тебя похож. Did you meet his mom? Yeah. She seemed happy. If mama ain't happy, ain't nobody happy. Speaking of which, Brecken asked me to pass this on to you with his thanks. Что, банковскую карточку? Чемпион, блядь. Всё, давай. Чемпион. Толкай речь. Все, друзья, на этом мы, в принципе, заканчиваем. И если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, оставляйте комменты и все в этом духе. С вами был Алекс Вейкер, Хамстер Дэд, Дайн Лай, вторая серия. И всем пока. Всем пока.